Объявляя следующую песню, я хотел бы обратить наше общее внимание на ту древнюю притчу, когда Иисус рассказывал о человеке, который занимался обычным делом. Он куда-то путешествовал, и вдруг на него напали разбойники. Этот человек изранен, избит, он лежал у дороги. И вот мимо этого места проходил священник. Священник увидел этого человека и прошел дальше. На это место пришел левит, посмотрел на этого человека и тоже пошел своей дорогой. И вот шел некто, Библия говорит о нем как самарянине, увидел этого человека и сжалился. Он оказал ему первую помощь. Он доставил его на осле в ближайшее место, где он мог благополучно переночевать. И там, в этой гостинице, он отдает содержателю гостиницы 2 динария, чтобы тот позаботился об этом человеке, и говорит: «Если издержишь что больше, я, когда вернусь, возвращу тебе». Как важно в этой жизни помнить о доброте, сочувствии, которые мы, люди, можем проявлять друг другу. Но следующая песня будет говорить нам о том, что даже и птицы, они тоже проявляют доброту по отношению к таким же, как и они.